За полгода своей жизни темиртауский малыш перенес 20 операций по установке глазного протеза. 4 месяца Артем Марков с мамой находится в Москве. Напомним, деньги на лечение семье собирали всем миром. Мальчик родился с дефектом глаза, и ему срочно требовалась операция. Казахстанские врачи сделать ее были не в силах. Сегодня мама Артема благодарит всех неравнодушных людей. За последние 4 месяца Артем Марков дома впервые. Большую часть своей жизни полугодовалый ребенок провел в Москве. Там он проходит регулярное обследование у врачей. За это время Артему, родившемуся без одного глаза, столичные врачи поставили более 20 протезов. И сам малыш и его мама героически это переносят, но с большим трудом. Это еще все на наших глазах происходит. Я, получается, его вот так вот беру и ложу его. Вот так вот, ей на коленке, и она, получается, тоже голову держит и вытаскивает прям так протез, и потом другой вставляет. Бывает, кровь идет, но очень редко сейчас кровь. Раньше закатывался, прям просто вот воздух вот в себя взял, и больше не дышит. Мы сразу его, ну, как бы начинаем трясти, чтобы, ну, он начал дышать. Ну, то, что вот настолько было больно. Сейчас более привык уже. Однако это только часть медицинской помощи, которая будет оказана ребенку. Сейчас врачи фактически готовят его к операции, которая состоится, когда Артему исполнится 3 года. Но плоды их работы видны уже сейчас. Мальчик хорошеет с каждым днем. А когда вот только вот протезы вставляет, постоянно же больше ставят, и вот и постоянно прям выше, выше, и это так уже красиво выглядит, ну сразу уже прям заметно, видно. Да, Тёмочка? Мать Артема приехала с ребенком в Темиртау на несколько дней, чтобы уладить бумажные формальности. Уже на следующей неделе мальчика вновь нужно вести на прием к врачу. Но его родные полны оптимизма. Они уверены, что благодаря своевременной и квалифицированной помощи ребенок в будущем не будет внешне отличаться от своих сверстников. И благодарят тех, без кого этого бы не произошло. Я хочу поблагодарить всех людей, которые помогли нам. Я всем очень сильно благодарна за помощь. И вот благодаря им вот такой вот он у меня красавчиком таким стал. Зайка такой он просто. Всем говорю огромное спасибо. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Боржан Ермагомбетов, 5-й канал.